Вот, наткнулся на интересный твит. Интересный тем, что пропагандист Владимир Соловьев. Если немногие знают, то тут под Новый год или там когда-то... Крючок-ка его владении поехали к итальянскому. Низовцева заглотил. Поехал кретин Низовцев, там еще какой-то придурок с ним. Они приехали в Италию, и Низовцев. Они умудрились снять, как они нарушили законы Италии. Россия они это сами разместили пламенного патриота. И сейчас рассматривается есть дело против этих людей, потому что они проникли на частную территорию, что, ну, вежливо говоря, в Европе не позволительно никому. Сами это задокументировали и сами это выложили. Низовцему ответили. То есть даже без моего особого участия правоохранительные органы Италии возбудили дела против сотрудников ФБК, которые впрямую сняли, будет как теперь они непонятно. Пролезли на мою частную территорию, нарушили. На его частную территорию в Италии. Потому что они попадут, ну, по крайней и мере, будет теперь непонятно. Списки для въезда в Италию. Для откровенных. Но лишь... удивительно, да, как у себя приютив уголовник, чудил. А не Зовцев и остальные, но это, ну, абсолютно уголовник. Что не посмеет. Они постоянно нарушают законы. Дом даже Владимира Соловьева. Стране НАТО, что, несмотря на политическую крышу, вооруженных сил России, законы, ни один циркон. Правоохранители, но не работают. Вот так вот. И поэтому каждый раз, когда такого рода то есть мероприятия действуют, патриот России, такого рода мероприятия действуют, происходит одно подтвердил, и то же. Что у потом него недвижимость люди, нарушили закон, в стране НАТО, по отношению к ним будет визовое который, соответственно, и, если там тяжесть, вложил денежки, платит налоги, но ФБК платит России, за обслуживание, содержание и так далее. Это удобненько.